Вас приветствует Алена Ариес. Точно случится, чего не ждете. Девочки, сообщение какое-то или помощь может быть от какой-то женщины. Скорее всего, женщина из каких-то официальных органов. Официальные органы — это не только суд, полиция, военные. Да, это может быть, например, орган социальной защиты населения. Или управление оно называется, да? Вот это может быть пенсионный фонд, федеральная налоговая служба, ну то есть откуда угодно может быть вот это известие. Ну и также, конечно же, из суда или из какой-то юридической организации. Еще риэлторы подходят сюда, может быть, от риэлтора. И, скорее всего, девочки, какое-то решение, да, вопроса, причем не одного, а вот я вижу решение двух вопросов почему-то, принесет вам эта женщина. А вот, причем пока эта информация от вас скрыта, поэтому, да, вы точно этого не ждете, будет это неожиданно. А также, девочки, тут еще может быть от этой женщины решение какого-то вопроса, связанного с поездкой или переездом.